Приветику! Это я. Записываю для вас видео прямо из джунглей Вьетнама. Мы возвращаемся с третьего уровня на Бахо. Мне очень понравилась эта экскурсия. Мы приехали на водопады Бахо или Бахо. Это первый этап. Сейчас мы с гидом пойдем проходить вот этот вот участок. Этих участков будет несколько. Пожелайте нам удачи. Типа, вы вот это давайте мне. Пришли на первый уровень, на первый водопад. Подниматься сложно, нужна спецобувь. Вон, смотрите, как наш гид помогает девчонкам забраться. Местность вот вся вот такая вот. Так, мы дошли до второго уровня. Было, кстати, я хочу сказать, местами сложно. Если бы не помогал гид, было бы тяжелее. Я сейчас покажу местность. И вот дорога, по которой мы сюда спускались. Мы дошли до третьего уровня. Мне очень понравилась экскурсия. В плане спортивности очень интересно. Вот я вам сейчас показала тропку, через которую мы пробирались. Но, к сожалению, обратно не полезу. Там очень так достаточно отвесно. Высоко. Вот смотрите, еще камни. Ну вот уже вот сюда мы не поднимаемся. Тут какая-то обходная дорожка. Очень осторожно передвигаемся. Ребят, я как-то ошиблась на предыдущем видео. Вот сейчас мы на третьем уровне. Дальше вот здесь вот такие вот отвесные скалы. И дальше двигаться нельзя, поэтому дальше передвижение только вброд. Вот как сейчас делает наша группа. Сам третий участок не снимал, там очень отвесно, очень опасно, с телефоном просто нереально. Еще раз вам снимаю дорогу. Специальное обозначение показано, куда идти, куда нельзя ходить, вон красные крестики. Это очень прикольная, активная экскурсия, одна из самых активных для региона Ничан. Ребят, мы спускаемся с третьего уровня на Бахо. Экскурсия, еще раз повторюсь, такая спортивная. Надо обязательно быть в удобной обуви, обязательно. У меня легкие кроссовочки, если были чуть поспортивнее, было бы лучше. Спортивное платье, купальник, в принципе, вся амуниция. Если у вас есть рюкзачок, берите рюкзачок, потому что с сумкой, ну, как-то неудобно, но гид помогал. Нам очень понравилось. Спасибо большое гиду нашему Владимиру за то, что он нас спасал, всю группу девчонок. Он у нас большой-большой умничка. В общем, мне экскурсия понравилась. Я полна эмоций, впечатлений, новых начинаний. И вам желаю того же. Отличная экскурсия, советую. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.